Всем привет, друзья! С вами снова Викс. Продолжаю я тут караваны делать, точнее, с своим караваном ходить, убивать и так далее и тому подобное. Так, сейчас нужно у кузнеца либо украсть, ну, воровать я не буду, наверное. А, это потом цена снижена, я лучше куплю, потому что мне нужно все починить. Так, продать тебе можно вот этот мозг? Ученые Лазара. Тошноту. Не, это какой-то ученый Лазар, нужно продать. Так, это куклу я тебе не смогу продать. Крысок тоже. Могу тебе дерево продать, у меня его много. Мне столько не надо. Хотя, ну ладно. Блин, зачем? Ладно. Починить. Уйти. Так. У меня есть тут что... Что сделать? Ножичек. Не, ничего нету. Щиты, понятно. Так, это еще не все. Это не все, что я хотел. У меня еще есть больные пацаны. Так, в сундук. В сундук этот я ученым отдам. Не знаю, зачем мне соль. Глаз тоже. Клыки. Не знаю, зачем игрушка. Так, нужно к этому зайти, к алхимику, и купить у него лекарства, походу. Так, либо скрафтить. Да, особо тут не скрафтишь. Зараженная кровь, слушайте. А это лекарство. Трав не хватает. Вот надо только купить. Сколько стоит? 59. Учитывается способность исцелить зараженную чумной рану. А. Так, можно купить, кстати. А, за один мозг. Так, подождите, подождите. Мозг достать. Да и глаз тоже достать. И бутылку достать. Все нормально. А, кстати, вот этот кафтан можно продать, что я с ним таскаюсь. Не нужен он более. Так, нет, нет, нет. Можно, конечно, попытаться украсть. Ну ладно, мы не будем. Так, получается, рецепт. Это какое? Лекарство от чумы. Масло, соль, порошок. Силовое масло. Каждый раз, когда навык почищает. Но вот причиняет урон, если слышится. Нет, вот это вот нужно. Да. Так, ну и давайте куплю это. Так, теперь могу скрафтить. Лекарство, лекарство. Или надо рецепт сначала изучить. Требуется алхимик подмастерье. Ага. Кстати, а тебе же я могу продать этот кафтан? 8, да, забирай. Так, что? Я хотел сходить, знаете, куда? А, ну я сначала хотел вылечиться. Пацаны, кстати, у меня все вылечены. Да, но немножко коцанные. Так, вот есть вот такая лекарство от чумы. Ага, отлично. Так, глаз этот, наверное, не нужен. Склянки пока не нужны. Ну и пока я не могу этот самый сделать. А какой депаф, интересно, вешает эта чума? Она вообще на лошади, а не на пацане. Этого бойца надо вылечить до следующего состояния. В противном случае он будет заражен. А, не, значит, нужно еще. Просто интересно, что чума, и она убьет пацана. Да, так-то не выгодно с этими чумными крысами драться. У
Лекарство от чумы использовать. Все. Ну и все. Так. Что у меня было? Что было? А, выход на выход. Выходите. Итак, друзья. В общем, тут где-то есть мельница. Вот она, надо на эту мельницу идти. У меня есть ключ. А это кто такие? Это крысы опять? А, это кабаны. У меня есть ключ, который я нашел в сундуке. Кто не помнит, я сейчас сделаю вставочку. Так, что есть на овчарне? Есть сундук. Изучить. Такие сундуки обычно дают в приданное. Выглядит весьма старым. О, тут можно ключи, кстати. Если украсть, попробовать. Ключ. Ладно. Так. Сначала давайте пообщаемся. Капустка можно, кстати, украсть. Ладно, пока не буду капусту красть. Что еще можно у вас тут обнести? Ладно, давайте с бабой пообщаюсь. Моя дочь очень горда тем, что ей удалось получить эту овчарню. Но у нас нет материалов, чтобы ее восстановить. Можете продать их нам в обмен на еду и ценный рецепт. Ага. Древесина 10. 10 древесины. Конечно, могу, но у меня нету древесины столько. Ладно. А ты что скажешь? Мои родители были эрданские овцепасами. Когда я повела их в эту заброшенную овчарню, их уставшие лица наконец-то засияли. Я увидела надежду в их глазах. К сожалению. Плюс 20 что-то. Но я бы чувствовала себя безопаснее в сопровождении наемников вроде вас. Добрый люд. Телотрена не очень. Обычно смотрит на беженцев. О, давай, беру задание. О, спасибо, встретимся на месте. Так. Можно что-нибудь у нее стащить. Так, ну я задание взял. А, еще какой-то. Попробую ключ стащить. А зачем мне ключ вот этот? Давайте я ключ украду. Подозрение плюс 50. А если еще места стырю? Не. Вот, с этим ключом, соответственно, нужно зайти вот сюда. Нашел дверку, которая открывает ключ, когда бегал. Вот, тут вот стоит какая-то баба. Есть поленья. Кто такая? Конечно, сожалею, наемники, но здесь для вас нет ничего интересного. Это всего лишь лесопилка, а скромная владельца, да? Так, только ключ у меня получается в этом. В сундуке. Надо выйти. И зайти в лагерь, и там ключик мой лежит. В сундучеле. Вот он, ключик. Вот, честно, сворованный ключик. Вот, он открывает вот эту дверочку. Спуститься. И что тут у нас? Что-нибудь полутать можно? Какой-то мужик сидит. О, какая-то книжка, знания. Отлично, забираю. Изучить. Какой-то бомж. Так, не бейте, если меня опять выпорят. Эта женщина, блин, стража смотрит сквозь пальцы. С другой стороны, кто вообще станет помахать беженцу? Ага, беженцы. Какие-то рабы тут, понимаешь, да? А что, баба свалила? Бля, ее можно украсть. Ничего вообще тебе за это не будет. Вообще красота. Ну все, пошли на выход. Ой. Тут какие-то бандиты прибежали. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ничего себе. Увы, вам стоило догадаться, что грабители подвала и работорговцы — плохая идея. 5 сражаться. Но они второго уровня, 5 на 5. Если хорошо себя покажу, то я думаю, можно будет, наверное, их затащить. Но я не уверен.
сохранюсь поэтому. Так, сохранился. Тут двое. Ага. Но они тут замедленные. Ну тогда зачем нам сюда? Все сюда пускай идут. Я так понимаю, они будут на меня нападать. Тогда нам нужно поменять с щитовиком. Ну и все. В принципе, нормально. Пускай подходит. Вот, лучник, тут красота. Хреново. Опа. Ни хрена себе он. Магиот умеет, практикует. Так, следующий кто? Вот этот будет ходить, да? Ну, давайте я подойду. Нет, не подойдешь особо. Он стал по-ублюдски. Блин, ну жестко он ядом траванул. Блин, все ядом травят. Держи-ка. На-ка себя выкуси. Так, главное... Главное вот этих двоих вынести. Успеть. До того, как они что-то смогут сделать плохое. Душевить бойцов. Отлично. Блин, вот это яд вообще жесть. Так, подойти сюда и похилять бабу. Отлично. Так, ну лучники хилы, их связать боем и нормально будет. С ножом еще один. Блин, своего же секанул, ёпарасов. Есть. Так, то остаюсь и на месте, ладно. Когда хочешь, еще не скоро. Пускай подходят. Так, ты давай вот этого добивай. Дымовая завеса. Так, подойдем. Хотелось бы тратить. Похиляю пацана. Сейчас шмальнет. Ёпа. Кто сейчас ходит? Там, наверное, тот. Угу.
Химия-защита. Блин. Ёпрасота. Ходить-то некуда особо. А ты когда ходишь? А, сейчас и ходит. Тогда не ты. Вот ты тогда его добей. Ибо нехер ему. Окружаем петуха. Может повернуться. А, отравление. Больше некуда уже отравляться. Так. Надо вот этих боем связать. Хотят они того или нет. Так, а тут что? Этот сейчас, да, будет бить? Могут сильно насолить. Опа, хорошо зашло. Так, перекинул его на себя. Ну и все. Ё-моё. Так кто убьет меня? Готов. Не, нормально. Так. К этому если подойти. Ты ж не ходил. Сейчас будет ходить. Сейчас он получит. Вот так хорошо зашло. Вообще по красоте. Ножом, ну нормально, связал его боем, теперь он не может стрелять. А это что стрелял-то? Непонятно. Нормально. Живем, живем, пацаны. Немножко осталось, надо выдержать. Кто ходит сейчас? Вот этот ходит. 6-8. 6-7. Давайте вот этому шпеканайт. Вытечение. Воля. Так, этот сдох. Отлично. Пошли этого лупить. А, нет, сейчас тут стреляй, ты. Ты стреляла же, мразь. На нахрен. При смерти. Так. Держи-ка. Так, забираю все. Исцеляю всех. Благо есть, чиню все. Ну и нормально. Выжил, выжил. Так, и что тут теперь? Выйти, лесопилка. Ну и получается, я сделал тут. Получается, запертая комната, подлые работорговцы, подлые работорговцы. Ну и выполнил задание. Точнее, не задание, а ну такие. Квест, один из квестов этих.
на лесопилке. Но теперь нужно возвращаться и брать задание. А, кстати, книжку можно прочитать. Учебное руководство. Отлично. Вот, и нужно брать задание. В принципе, неплохо. Ну, давайте еще задание, может, возьму. Или не стоит. Чего за задание есть? Покажи ко мне. Легкий, найти какого-то чувака. Не, это давайте уже в следующий раз. Ну что, друзья, на этом все. Выполнил задание, в общем, на лесопилке. Тут еще какое-то задание нужно выполнить, но это я потом. Вот, плюс тут еще какой-то молот по найму. Тут гарнизончик, тут, ну, много чего еще нужно выполнить. Вот, ну, в принципе, и так пока неплохо. По деньгам не очень, надо еще задание выполнить и потом идти на какой-нибудь квест. А в целом норм. Ну, так что, в общем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, ну, если, конечно, видео понравилось. Ну, и можете заходить на наш сайт, друзья. Всем удачи, всем пока.